Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Разведенные женщины Таджикистана сталкиваются с большими проблемами, связанными с получением алиментов. Если суд выносит положительное решение о взыскании алиментов, это совсем не значит, что женщина будет их получать. Кроме того, зачастую мужчина, который должен платить алименты, находится в трудовой миграции. Тогда получить денежное содержание становится очень сложным делом. Тему продолжит Орзуй Карим. 23-летняя Давлат Мох Хусейнова, жительница села Мехнат Хурасонского района. Женщина проживает в родительском доме вместе с братьями после того, как муж дал ей развод по-мусульмански, то есть произнес 3 раза слово «талок». Она осталась одна со своим 5-месячным сыном и не знает, что ей делать дальше. У меня нет высшего образования. Куда мне идти? В этом селе с сыном на руках. Сейчас как-то живем, но что мне делать, когда сын вырастет? Сейчас я пытаюсь собрать документы на алименты. Обратилась в несколько мест, однако это очень сложная процедура. Однако Давлат Мох не единственная женщина, получившая развод и воспитывающая детей одна. 35-летний педагог Салим Наимов развелся с 2 женами. От каждого брака у него по 1 ребенку, получив зарплату, мужчина сразу же выплачивает алименты. Я ежемесячно выплачиваю алименты за 2 своих детей по 150 сомони. В общем, получается 300 сомони. Иногда бывают задержки с выплатой зарплаты, то и детям приходится ждать. Бурону 63 года. Он выплачивал алименты еще в советские времена. В то время, говорит он, не было проблем с работой и зарплату получали достойную. Алименты отчислял своевременно. По его наблюдениям, сейчас женщинам приходится бороться за материальную поддержку. Тогда было советское время. Я работал на железной дороге. Бухгалтер удерживал алименты из зарплаты и отправлял по почте. Сейчас семьи чаще расстаются. Мужчины не выплачивают алименты. Их надо искать. Женщины подают в суд. Многие мужчины находятся в России, в трудовой миграции. Алименты у них взыскать трудно. Все дело в том, что часто исполнители решения суда не могут найти ответчика, или же ответчик представляет справку из Центра занятости населения о том, что он безработный. Сафарджон Салимов, заместитель управления юстиции Хатлонской области, отметил, что подавляющее большинство отцов отказываются выплачивать алименты, однако после жалоб их бывших жен в суд они обязаны обеспечить денежное содержание. Конечно же, есть жалобы, в основном со стороны женщин. Многие жалуются, что судебные исполнители неактивны и не заставляют мужчин выплачивать алименты. Разведенные мужчины утверждают, что держат ситуацию под контролем, и порядка 90% алиментов выплачиваются своевременно. В прошлом 2015 году в Хатлонской области 4 мужчин в судебном порядке были наказаны за неуплату алиментов. С начала этого года в городе Кургантюбе Хатлонской области еще 1 мужчина привлечен к уголовной ответственности. По словам юриста Юсуфа Назриева, многие алиментоплательщики находятся в трудовой миграции и имеют веские причины для задержки выплаты денег. Действительно, очень сложно. Многие алиментоплательщики находятся в трудовой миграции. Порой они не могут получить зарплату за свой труд и сталкиваются с многими другими проблемами. Отсюда и невозможность выплачивать алименты. Согласно законам Таджикистана, мужчины, имеющие постоянное место работы, обязаны выплачивать 25% от зарплаты своему ребенку в качестве
качестве алиментов, если бывший муж в трудовой миграции или у него нет постоянного места работы, то суд назначает определенную сумму, которую мужчина ежемесячно обязан отчислять. В Хатлонской области, по официальным данным, около 90% алиментоплательщиков – это молодые мужчины, которые находятся либо в миграции, либо не имеют работы. И не все мужчины могут платить алименты вовремя, говорит эксперт Мухаммаджон Шукур. На мой взгляд, это не безответственность. Сейчас экономический кризис. Я считаю, что всего 20% мужчин не выплачивают алименты. Остальные реально не могут этого сделать, так как у них нет работы, нет дохода. Ситуацию ухудшает нынешний экономический кризис. Вот такой замкнутый круг. Сейчас в Хатлонской области более 4000 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, получают алименты. Еще около 5000 разведенных женщин ждут очереди на обязательное материальное содержание. Число заявлений о выплате алиментов суды, Управление по делам женщин и общественная организация ежегодно увеличивается. Правозащитники утверждают, что женщин, нуждающихся в алиментах для своих детей, намного больше, но многие разведенные женщины, даже имея свидетельство о браке, не знают о своих юридических правах в достаточной степени, чтобы подать иск самостоятельно. Репортаж подготовил Орзуи Карим, Кургантюбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44 640 1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.